Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Бывшая жена известного футболиста страдает от тяжелого заболевания. Алиса Аршавина трогательно высказалась о ребенке от спортсмена. Экс-жена бывшего капитана сборной России проиграла суд свекрови. Алиса должна покинуть особняк, в котором жила с детьми от предыдущего брака и дочерью от Аршавина. Кроме того, она обязана вернуть 3 миллиона рублей, которые без спроса позаимствовала из семейного бюджета. Алиса с таким положением дел не согласна. Она говорит, что ей некуда идти и нечем платить. Ситуация усугубляется тем, что у нее выявили аутоиммунное заболевание, из-за которого произошел некроз тканей. В итоге внешность бывшей журналистки и модели сильно пострадала. Сегодня Аршавина обнародовала фото своей младшей дочери Есении, которую она родила в браке с Аршавиным. «Моя звездочка, как же я тебя люблю, и какая ты смешная сейчас. Хочу, чтобы время остановилось для меня, подольше застать этот прекрасный возраст и тебя, такую умную, не по возрасту и очень веселую. Всегда смешишь маму», — высказалась многодетная мама. Женщина недавно выступила в нескольких ток-шоу. Она заявила, что Андрей и его мама жестоко обошлись с ней. Алиса также рассказала о своем недуге, из-за которого даже находилась между жизнью и смертью. «Маленькая Есения растрогала маму. Сейчас пишу про тебя и накатывает слезы. Слава богу, ты ничего пока не понимаешь. Только сегодня случайно услышала и прибежала ко мне, в глазках слезы, и спрашиваешь: мама, ты что, погибаешь? Ты же не погибнешь. Мне тебя очень жалко. Кроха моя, я не погибну, я буду жить, пока ты нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам. И у тебя есть твой взрослый Лешка, веселая лялечка и любящая бабушка. Сейчас мое самое счастливое время. Мы свободны от чужих оков, и я с тобой постоянно рядом. Очень захотелось тебе, Есенька моя родная, написать такое письмо моей звездочке», — резюмировала экс-жена Аршавина. Фолловеры Алисы поддержали ее в непростой ситуации. «Алисонька, будь здорова, не грусти и старайся изо всех сил быть на позитиве. Бог с тобой, и все будет с вами хорошо. Еще немного, и все восстановится. Здоровья вам, силы, духа и веры в себя. Всем врагам назло», — написали фанаты в комментариях. В то же время некоторые пользователи упрекнули Алису за последнее признание. Она заявила, что Аршавин уговаривал Юлию Барановскую прервать последнюю беременность, так как уже хотел уйти от нее. Юлия воспитывает от него 3 детей – 15-летнего Артема, 13-летнюю Яну и 8-летнего Арсения. От Барановской форвард ушел к новой возлюбленной. Алиса на тот момент воспитывала сына Алексея и дочь Алису от бизнесмена Алексея Кузьмина. В 2016 году модели и футболист сыграли свадьбу. Через год у них появилась дочь Есения. Еще через 2 года Аршавина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Андрея.